Тут спектатор на меня смотрел, по нему РПГшник выстрелил, я повернулся на выстрел и увидел в кусте чувака, лежащего на меня смотрящего. Кто это был вообще? Это, наверное, оккупант был? Да, понятно. По телефону поздравил. Вы, блин, там несколько человек выходил по сраной горе, короче, никто не заметил одного чувака. Да-да-да, Ворон, я это уже поднял. Это был я, блин. Да, это ты. Я 1-2 сделал. Зашибись, да. Я по дороге гонял, короче, в одну сторону, пацаны по мне стреляют, там куча людей на горе ходит, ну посмотрите, кто это делает. А, это я просто сжал. Да-да-да, это ты был, короче, потом обратно бегу, короче, и тоже по мне стреляют. Да, ему, да, развернитесь. А наши там два человека стояло у дерева, какой-то... Да их убили уже к тому моменту. У тебя прям по каткам это пули летели просто. Ну, я типа упал, а потом, это, короче, спать лег. А как красиво БМПХа горело. Я тоже по тебе начал стрелять, ты по мне тоже стрелял, да? А потом чувак рядом просто пробегает, я его высаживаю в пулю, это был Каркарыч. Да. Меня просто нафиг это убивают. Вот все. Кто? Так красиво. Не знаю кто, просто убили. Ну, я с РПК был. Да, не знаю. Короче, они походу в общий канал поставили метки, где будут высаживаться, нет? Ты их видишь? Я вижу. У меня нету меток. 1-1-Б он и 1-1... Так это я вообще-то поставил. А. Ну, окей, я туда занимаю южную сторону. А БМП как ниже горело, и из горы катилось. Вообще красиво, вообще красота. Я просто с открытым ртом. Метки пока не работают, так что так поставлю. Ну, а чё метки? Задача понятна. На работает. Российском флаге УТРК скат стоит. Да, они только с двух высот могут это? Они высадиться могут, везде в принципе, могут. С любой стороны высадиться. Там, правда, скалы со всех сторон, с некоторых сторон очень крутые. Кто это рисует? Я откуда не могу высадиться? Они могут, ну, так сказали, то, что они могут отовсюду высаживаться. Они в прошлый раз вот на моей метке высаживали. Лучше распределить наблюдателей, просто которые посмотрят. Видимость скажут, какого... маленькая. Видимость, ну, маленькая. Вот. А нет, там есть вышки. Ну, видимость все равно маленькая. Давайте начинаем. Да, ну, в общем... Это основные направления. Дэвишку я не могу написать. Восток, в принципе. А КВ вообще? КВ вообще, давайте. Да, сейчас напишу. Тогда 100. Да. ПЗ. Это лайки у тебя суммируются так, или это вот сейчас наставили 169? Суммируются. Ты испугался. Это где? Накрутка. Господи. Да. Где лайки? Да, в стриме. А-а-а. Я написал на мою ПВшку и все что-то. Это вообще? Да. Ну ладно. Офигеть, у меня ГПшка. Из Браво, смотрите, метки я поставил в канал группы, распределили, кто где будет сидеть. Это хрен. А есть ли смысл так далеко уходить от них? Сейчас можно взорвать там. Подтянемся там еще 300 метров. Так, мы же в обороне. Мы в обороне, мы охраняем скат. Ну, то есть раньше, не остров охраняем. В прошлой версии не было задачи у Сени взорвать от РК. Сейчас есть. Где он находится? На флаге. В заметках. Не, его понятно. Взорвать нельзя, его только взломать можно. А, ну взломать, вот. Ну, задача наша просто не дать подплыть, не дать высадиться. А у них этот большая лодочка, которая Азоник очень любит. И ей ничего сделать нельзя, вообще ничего. Да, я помню, обычно лодки нельзя ничего сделать. Ничего не может сделать. А что он-то с ней сделает? Все нормально. Плавать? Кто? Плавать, да. Там с... Гонца какая у нас КВ? Дефолт. Пробон. А я. Я. Чек. Грифон что ли? О, грифон. А как раз все открыть? У меня открывается. Ctrl-P. Ctrл-P. Э, тут это, короче, ячки. Она загружается долго. Загрузиться должна. Стандартный. А ни у кого нету гранат с РПГ? А может нет?
вроде нет. Гонза, я на север, да? Нет? А давайте до ШК второго этажа. Вдвоем потащим на бегу. Краф, возьми с Грифоном ДШК, остальные все бегите на свои метки. Ну, между ПЗРК. А, Краф, смотри, ты, значит, не в отделении, не в группе с Грифоном. А, Грифон, говорит, ПЗРК. Короче, блядь, пиздец, как обычно, никто не может еще взять все коллеги и молить. А что там? Нет, в группе Грифон на мой слот зашел, а я занял командира. Гонза, что там у нас не дошло? У нас люди не могут взять нет, ДШК. Нет, возьмем. Вы? Тащить не могут? Ну, с кем ДШК мне понести? Вот Паша, не забывайте, что они могут прыгнуть просто десантом. Куда отнести? Куда тащить? На метку пошли. На метку... Попробуй. 1-1-Б-1. Че-че? На метку 1-1-Б-1 тащите ДШК. Я не знаю, куда на метку остальные. Тащите на метку остальные. Да, блять, Грифон, запомните ко мне. Паша, тащите, давайте на север все идем. Куда ходить? ДШК тащит Паша и Ворон. На метку остальные. Да, Паша, тащи ящик, я ДШК. Я тебя не вижу. Ты под землю пропадал. Я рядом с тобой стою. Это не ко мне. Да ёпта, блядь. Помоги мне. Да иди, расступись. Сейчас. Ворон, тащи. Да, ящик неси. На севере несу. В бухте сижу. У меня только тащить можно. Ящик все, тогда я съебом. Кстати, еще я несу, несу. Низко неубиваемая, там и ШК особо не нужно. Ну как бы, нет, вокруг зона большая. У них еще есть нет. Лодки. С АГС-ом. У нас автомобиль это Ворон. О, привет. Так, Краб, вы тащите ДШК или нет? Нет, это он багованный. Его окей. Нельзя тащить вдвоем. Проверь. А разобрать? На выходе около бункеров там был ДШК разборной, его можно разобрать вдвоем. Так я понял, почему половина на стандартной осталась, а написано на сотку берите. Если так сказать. У него пузырька, у меня труба, мы его могу по нему тащили. Ну и хрен с ним, с этим ДШК. Гонза, ДВ есть? Есть, только на ДВ никого нет. Что-то у меня такое ощущение, мы так и помрем. Ну, если дефолт? Да. Вы уже у маяка? Ну, флайт, наверное, да. Я на северо-востоке бухту смотрю. А, флайт, я понял. Как? Да, Краб, давай сейчас. Совсем на север, фиксик к маяку. У тебя ПЗРК, да? 40 ПЗРК. У меня ПЗРК. А, слушай, ты попробуй лочить лодки, они за дальностью прорисовки могут где-то плыть, ты их просто получишь. Я... У нас бот возможно. Фиг, ты не попадай по ним ПЗРК, ничего не сделаешь. Ну, смотря в какую лодку попасть. Ну, вслепую есть шанс попасть в этот, в Мистраль. Есть, конечно. А да это... нахуй. Есть шансы в... не в нее не будет. А, не, он под дну пошел. Паша, у меня другая дебильная идея, короче, смотри, мы сейчас стоим тут, разбираем его и там на месте собираем. Да, хорошая мысль. А у них подложки какие? Так. Один острый. Я прав. А нет, так. По нему тоже не нет на разбора. Нету, нету, нету. Кому не пускай? Серая, значок серая. Серьезно, у меня тоже серый. Неразборная, зараза. Я так думаю, они посередине острова не так, будут. Давай вместе попробуем вместе. Саживаться. А они куда-нибудь на краешек все. Вот, возьми и попробуй взять. Я тащить. Вот Бупор подошел вместе вдвоем. Они могут вот тут снайпера высадить сейчас. Ладно, потащи дальше. Тащи. Ясно. Метка снайпер, да, могут быть. Высадить его и так же будет. У нас тут везде могут быть снайперы. Окоп. Ты в окоп зашел, вроде. Да-да-да.
Потряска анимация. Что там? Что здесь остались? Его разобрать нельзя. Не знаю. Там где рядом с лайном? Ну он не разборный, он на... на треноге я такой. Вроде и на таком можно разобрать где. Не знаю. Так, по дороге нам не надо, нам так надо. Лезет. Обидно, если они вообще не там пойдут. Или до ШК еще. Угу. Второй раз я не потащу. Ты еще тоже. Что там, что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Нет, пока не слышу. У нас GPS есть. А у нас тоже есть. Ну что? Сиди там. Город, ты тут? Банзай, у меня лодка. Где? Банзай, лодка, говорят. А на юге от его метки. Мама, пожалуйста, там снайпер. А, это его мама. Ну, от Юры, от Банзая, его нифига себе. Как они отдают. Что-то мне ворон кажется, что мы действительно заряд тащим. Ага. Давай вот здесь вот слева, ну, на мы давай выкачаем. По берегу пойдем и чуть-чуть. Да-да-да. Смотри, тут остров. Главное, со скалы не упасть. Я ничего не вижу. За ним ходу зови. Бункер не видеть в него. Привет. Ворон, ты там не сюда делал? Я на нее немного забил. А какой я делать должен был? Ну что ты там класса спрашивал, второй мировой оружие. А, это, ну, можно просто воду смотреть. Как лепки, по-моему, делал. А. То есть снова забил. Да, я потом когда-нибудь и сделаю. Главное, напишите, сказать, косяки предыдущих неси. Людям что-то понравилось где-то, что-то поменять. Да, основной косяк это вот предыдущие в этом в Зарине в рации, там с техникой не совпадает. Остальные косяки все нормально, в принципе. Ты еще помню, во что утёс превратился с этими дополнениями. Да, это вообще жесть. Лучше его в старый вид вернуть. Это добавь потом, нет, это убери, это добавь, а вот это вот так замени, получилось полное говно. Да. Вообще мне лень что-то их делать. Остальные. Ты лечись. Ой, оба-на. Можно? Давай.
сразу про шаг договоримся. Я на карте написал крат, нуклер, смотрите, метку. Да, тоже на устрел. Идите туда. Посетитель, значит, переплыл с того сторона. Я идем. Я вон Мельхерц. Возможно, они там все высадились, потому что там нет больше лодок. Я не факт. А как ты валяешься там без ног получилось-то? А метик у нас есть, кто может пишет, наверное. Так. Так, а где ты нам уходишь? А вот здесь синяя метка, там где остальные, а севернее синяя метка стоит. Ползи, я рядом с ней. На запад ползи. На острове там где бы. Репит, как у тебя там ноги оказались сломаны? Да, это а у меня убежал. Я вылетел, да, и убежал, видать, с обрывом. Понял. А кто плывет? Где? Они же американцы? Да, американцы. На юге от центра. Вижу, вот, корабль большой, вижу, юг. На базе, от базы. На 140 от базы. Там поверхи полный вверх, ничего отгоняют. Так он не бьют, не больно. Теоретически. Дал метку. Борон жив? Вижу, уезжаемся. Ты это видишь? Да. Сейчас улетел. У тебя ног нет? Не, у меня все есть, но я полечиться не могу. Тут есть медицина вообще? Ну, я тебе могу первую помощь оказать. Ага, спасибо. Дематериализовалось где-то. Куда-то. А Сдоник улетел? Да. Наш капитан. С такой скоростью куда-то, блядь. Верно. А я вижу это. Смотрите, может, где люди высадились? Ну, кроме Банзая. На востоке плавают. Ну, в общем, на метке судна, скорее всего, высадка была. Там оттуда по нам пулемет отработал даже. А я видел, пулемет. По-моему, с корабля стрелял. Смотрите, ёк, главное. Сейчас, вот, вернулся. Давай к камню потащим. Махну с нами. На Борн, камню потащи этот. Ага. Я удалил все неактуальные метки для правой и поставил метку ЛЗ, все туда идем, кроме кровой и нуклера. Так, чтобы за камнем можно было укрываться. Да, вот сюда его поставлю. Сейчас его надрядить. А. Спасибо. А, так я медик даже, ух ты. Так, есть кто раненый у нас? Пьем. Ну, все, уже жопки. А вообще у нас на базе есть кроме Рокслара?
Понял. Ты смотришь от РК? Я смотрю, проход. Прием, у вас кто-нибудь раненый есть? Ноги крутить надо? Да. А где находишься? Репит уже. А репит на метке на своей? На метке. Бегу тогда. Я к репиту сбегу, ноги крутим. Репит, а там зона под огнем? Да нет, чисто все. Понял. Я уже где синий кончик. Понял. А в это вон, в степи зайдем. Ты так долго ползаешь? Я нахрен знает. Под водой Черепашка это наш. Отрубался. Пуск. Да. Это вот как лагало вообще. Без того мне не чуть. Как расскажали? Заебали, нормально. Прям начали стенки, наверное. Установки, вот это где ракета наша падает. А, спасибо. Слушайте, а я вижу там на лодке. Чувак, вы можете посмотреть противник? Да. У них что, какая-то ракетная установка есть, что ли? Приотначили какой-нибудь стоящий стингер? Наверное. Ракет, наверное. Убил. Может, тут кто-то закрутится? А вернусь-ка я на базу. Какая-то стрельба на базе, по-моему. Это не на базе, это наш. Это наш. Понял. Мне кажется, они отвлекают таким образом нас. Слушай, день тусик будет на север. Демки вообще не работают. Я отошел на север, смотрю. А это прекратится, нет? Нет. Ну если там какой-нибудь джигит, у него там сколько, наверное, штук 8 или 10 должно быть заряд. Это же больше было. Там один за капитанской рубкой прячется, один сидит на установке. И, соответственно, на 180 от самой лодки на острове есть предатели. На базу зашел. То есть это сообщать вечером на базе? Сейчас скажу, посмотрю. Какой-то калаш про наш работает, непонятно, что за калаш. Наш, убил. А, калаш, что-то по мне. Надеюсь, это, блядь, не свои. Так, аккуратно, аккуратно. Ляш, отойди отсюда. Вот сань, где я. Не убили. А, какие под без своих херачат, ты почти. Арма вылетала, все в порядке. Что там, снайпер? Да, на 180 от нас на острове за камнем лежит. Смотри, жив. На 20 где-то работает. На острове Монте-Гласи? Я видел, наверное, а противник сейчас где? Ну, на юге от острова. Нет, вот. Понял. Здесь? Давайте направо, туда сейчас пробежим. На юг острова. Ау. Бонзай живой? Анзай, у тебя есть возможность обзирать? Нет, мне где-то пулеметчик просит, я его не... Я в этот район кидаю пуля. А метка на тебя... Вижу, больно. Торчит башка его. В принципе, я могу тебе попробовать посмотреть. Я метку дал, дай. Скоро я попробую. Это по мне. 240-ую. А, да. Грифон стингера отстрелял?
ты там прям ну по лодке или куда-нибудь вообще. Нет же никого. Он нас, скорее всего, там. Только что говорил. Ну, мой номер, он там снайпер там работает. А вертушка их не прилетит? Нет. А по палубе кораблика кто бегает? Слышь, нет? Попробую Грифона проверить. Живым, да? Опасно. Да. Ебать, там где пулеметчик лежит. Кладут, кладут по казармам. Что делать? Умер Грифон. Взял ЕГУ с Грифона. Куда мне ее? А, Мистраля долбануть. Понял. Кто-то дымы кинул, и кто-то разговаривает у меня здесь на... Где Грифон был? А, это, наверное, свои разговаривают. Пулеметчик, походу, пулемет с оптикой, бонзай. С этим М145. Возле казарм свои есть, у меня руки перебиты, нужна помощь. Есть. Где им? Иду. А, сейчас. Они уже на нашей территории или пока к метке Игорёк подойду. Я сейчас на себе метку поставлю, я южнее метки Игорёк в бункере. Жду метку. Поставил, да? Они на той стороне или на этой? Они там, на другом острове вообще, не здесь. Ну, дым кто-то розовый кинул у нас на нашем, где Игорёк рядом у нас, там, на склоне. Я вообще истекаю, как... вперед менструации. Таким видом можно и врага напугать. Вроде нормально стало. А у тебя метки... Не, надо еще. Да, кровь еще есть. Я смотрю. Еще морфином уже успел бы там кого-то. Угу. Блин, откидывай.
Кто-то бегает сзади. У нас тут угон забегает кто-то. Я его лечу, не могу ничего сделать. Кто-то зашел. Флайер же. Напугал. Да. Да, мы на территории базы закидывали КПшки у нас с востока. Все? Спасибо. Снайпер Банзай у нас? Что ты предлагаешь? Тебе а снайпер Банзай? Да нет, какой Банзай. А кто у нас там снайпер? Там Банзай. Ну клевер, клевер, ты меня слышишь? Че? 500, 500 метров туда. Тихо. Отсюда 550, скорее всего. Знаю. Хорошо. Они подавляют, хорошо. Так здесь нормально. Уходи, уходи, уходи. Уже нет. Блин. Ну ты выживешь. Ну скорее всего стреляет там где-то. Сам уходи. На западном острове какой-то приметчик есть, там с всех сторон. Продохнуть не дает. Тихо, не вставай. Да. Паша, привет. Привет, Паша. Прям 10 из 10. Я как тюленю в голову, в руки вверх поднял и меня сразу сняло. А переключись на Ага, и что там у них? Они все сидят на лодке и просто ничего не делают. А, понятно. Они просто сели все в лодку, максимально забили ее пассажирами. Я взорвал на ней Осприй, они все выжили. Да, то есть да, да, вот лодка, ничего не будет. Ворон рашует. Нет, нет, ее можно потопить, но надо сказать, чтобы там, заменили ее, либо поставили, чтобы она либо стояла, либо поставить три тунгуски, потому что она взрывает только с тунгуски. С ее скорострельности. А че он, кого он там штурмал? Ворон. Да он что-то зашел, там пострелял какого-то. А. Я так понял, они штурмовать даже не собираются. Вообще не собираются. Там только Хуман был, и то его, наверное, уже убили. А кто с пулеметом меня снял? Авен? А, был? Давай. Нет, с пулемет какой-то по мне отработал, я упал. Давай. Понятно. А, Каркарыч, надеюсь, его увидел, услышал. Все. А, нормально. Найс. Че? Клир залип. А че? А, окей. Паша, ты рубанул? Ну, время закончилось. Мы выиграли. Сиделки вы наши. Час должен быть. Тормозно. Все понятно.